Какие подарки нельзя дарить на Новый год 2023? Кролик принесет большие неприятности. Совсем скоро весь мир будет встречать Новый год 2023. Время зимнего настроения, веселья и покупки подарков. Чтобы задобрить покровителя 2023 года, нужно знать все его характеристики. Год кролика нужно встретить уютно и в семейном кругу. Животное совсем неприхотливо, но шума не любит. В год кролика нужно отказаться от роскошных и дорогих подарков. Этим вы животное не задобрите. Дарить подарки в Новый год 2023 нужно от чистого сердца. Подарки в год кролика 2023 нужно дарить по назначению. Лучше дарить те презенты, которые пригодятся человеку в быту, на работе или на каждый день. Подарки, которые нельзя дарить на Новый год 2023. Нельзя дарить шампунь, гель для душа, крем и другие средства. Такие вещи точно не оценит кролик. Духи, туалетная вода. Дорогие ароматы не будут радовать близких. Эксперты не советуют в новогоднюю ночь дарить такие вещи. Кролик предпочитает самостоятельность, потому дарить часы, одежду или дорогие вещи не стоит. Также нельзя на Новый год 2023 дарить свечи, зеркало, полотенце и деньги. Что можно дарить в год кролика 2023? Кролик – это довольно пугливое животное, и подарок в 2023 году должен быть скромным, символическим и приносящим пользу. Что-то грандиозное или шумное следует приберечь для другого случая. Можно на Новый год 2023 подарить чайный набор, мед, посуду, бытовую технику, поход на массаж или к косметологу.